Всем привет! Выбрался в деревню, все в отпуске. Решил сходить в грибочки опять по подосиновичкам. Вот такой вот лесок. Вот. Уже машина стоит. Вот, схожу. Ведерко. И начинаются. Вот какой красавчик. Рядышком. И вон следующий тоже сидит. Уже 3 штучки. Сейчас будем дальше собирать. Идем дальше. Вот. Малюсенький сидит. Тут один. Чуть-чуть в сторонку отходим. Еще один. Вот такой вот краснючок. Вот какой красавчик. Рядышком. 2 штучки вот сидят возле деревца. И тут вот такие маленечки. Так. Вот еще один какой красавчик сидит. Вот. И разворачиваемся. И посмотрите, какой там красавец. О, какой большой, красивый. О, вообще. Вот здесь вот был большой. Тут вот наша собачка. А вот здесь вот, оп, и такой маленький красавчик спрятался. А посмотрите на этих двух красавцев. Вот один. О, какой. А вот какой второй. Какие краснючки. Вот. Тут мой пёсель. Подосиновички, подосиновички. А вы посмотрите, какой подберёзовичек. На какой хорошей ножке толстой. О! Вот, уже большое ведро почти насобирал. Ну что, идем дальше. Вот, смотрите, какой подберезовичек. Один. А там вон какие 2 сидят. Красавчика тоже. О, какие. Вот сколько. Вот, зашел в лесочек. Посмотрите, какой подберезовичек на толстой ножке. Вот он, красавец какой. Вот, двойной такой. Под кустиком сидит. О! Какой. Так, ну что, друзья, пришел домой. Трошки вот очистил их. Ну вот все, что получилось. Вот такие вот подберезовички. Вот столько вот вышло. Вот этот, конечно, вообще красивый подосиновичек. Такой большой. На хороших ножках. Во, малюсеньких сколько. Красота. Обязательно палец вверх. Все, всем счастливо.